что мы где-то больше делаем, где-то меньше делаем. Сегодня государство и глава государства, в присутствии него я заявляю, он обязан помогать тем регионам, и правительство Республики Абхазия должны и обязаны помогать тем регионам, где есть экономический такой упадок, где есть кризис. И эта ситуация же, она не возникла сегодня. Эта ситуация возникла в послевоенное время, после того, как война закончилась, и все объекты, которые там были, заводы, предприятия, они все раскручены, они все уничтожены, они все разбомблены. Потому что этот город бомбили. Историю города я сейчас не буду по-новому, я не буду, как говорится, по-новому рассказывать и объяснять, что перенес этот город. Я конкретно говорю, то есть коллеги тоже за каждый свой регион выскажутся, я конкретно говорю за свой регион. Мы сегодня находимся там. Отток населения у нас начался не сегодня, отток населения у нас начался уже лет 15, наверное, тому назад, в такой мощный отток пошел. Это был 2012 год, тогда был президентом Республики Абхазия Александр Золотинский Чанбах. И когда мы столкнулись с этой проблемой, мы сделали такое предложение, сказали, что, уважаемый Александр Золотинский, мы хотим уже вот группой людей приехать, представители взрослого поколения, представители молодого поколения, и хотим обсудить данную проблему, данную ситуацию. И вот мы пошли по этому пути, и в итоге ответ Александр Золотинский нам сказал, что не надо, говорит, ко мне сюда ехать, я, говорит, к вам туда приеду, и все вопросы мы с вами там обсудим. И, естественно, все эти вопросы о том, о чем вы говорите, Резу Платонович, об оттоке населения, это было еще тогда нами озвучено, и мы тогда еще были молодыми, более молодыми, да, чем сегодня. Вот, и были какие-то шаги, на самом деле, мы пришли к общему, и вот